Доброе утро, уважаемые подписчики. Ну вот что-то я иду сейчас, минут 15, наверное, 9-го. Ни одного человека нету. Такое впечатление, что сегодня не пятница. И что сегодня народ не идет на базар. Обычно всегда встречаешь кого-то, кто идет на базар или с базара. А сегодня никого не вижу. Ни на базар, ни с базара. Иду одна. Ну ладно, посмотрю. Есть ли базар? Я уже сомневаться стала, есть ли сегодня базар. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ну вот, в принципе, все-таки действительно сегодня работает базар. Народ есть. Ну вот, продают саженцы. Кому что надо. Рыба. Вот. Рыба здесь. Ну, а дальше пошли овощи. Ну, это вот травы. Травы. Вот. Орешки. И всякая приправа. Вот рыба. Там овощи, ну тут вот тоже овощи. Ну, так что все-таки существует наш базар. Правда, столько народу, сколько в прошлом году не было. Но просто сейчас еще не сезон, народу еще мало. То есть только те, кто почти что зимовал здесь, поэтому народу мало. Ну, цены так же, как и в Анапе на базаре. Тоже 320, вот 280 помидоры, огурцы по 200, да, перец. Ну, все то же самое. Ну, тут же вот и колбасные, и молочные изделия. Ну, так же все, как и в прошлом году. Только что народу поменьше. Вот и мед. Мед продают. Так что можете приходить, кому нужен мед. Вот есть и гречишный, горный, разнотравие. Ну вот, липа есть. Вот, пожалуйста. Можете приходить и покупать. Ну вот здесь тоже мясо, мясные изделия. Шла, немножко устала, пока шла. Ну, цены почти, но вот на лук такие же, как и в магазине. А вот помидоры здесь дороже в два раза, чем в магазине. Но не знаю. Ну вот мужчина, как всегда, продает. Вот все-таки клубнику я увидела. 300 рублей сказали. Ну, я покидаю наш базар, потому что больше тут ничего интересного нету, народу мало. Пошла домой, взяла немножко картошки, положила в сумку, которую ношу всегда перед собой, вот, и решила уже пойти домой. Ну, а что тут делать еще? Делать больше нечего. Я вам показала все, рассказала. Ну, народу мало, вот как вы видите. Ну, потому что еще не сезон. Еще только начало апреля. Сегодня 7 апреля. Благовещение. С чем вас всех и поздравляю. Ну, ладно. Всего доброго. Пока-пока. До встречи. Ну, я тут вот узнала мнение человека одного. Спросила, почему она не идет на базар. Она сказала, что он дорогой. Но действительно, помидоры, если в магазине 139 рублей, тут здесь 300 и 320, 350. Поэтому, конечно, кто будет покупать? Я вот, например, не могу купить такие дорогие помидоры. Так же, как и огурцы. 200, 250, 280 рублей. Нет, это не по моему карману.
То есть не по моим деньгам. Ну ладно, все. Больше у меня вопросов никому нету, поэтому я и смотрю, что наши никто не идет. Ну, раньше шли прямо это самое. Ну, я уже сказала, что сейчас еще не сезон, еще не, ну, очень мало народу, кто приехал, поэтому и на базаре народу очень мало. Ну вот. Все, что я хотела вам сказать. Пока-пока.